Сотрудникам Всемирной продовольственной программы удалось доставить более 80 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от оползня в афганской провинции Бадахшан. По последним данным, жертвами стихийного бедствия, которое обрушилось на провинцию 2 мая, стали более 2000 человек. Тысячи семей остались без крова. Грузов, доставленных в уезд Арга, провинции Бадахшан, хватит, чтобы прокормить 700 семей в течение месяца. Другие агентства ООН привезли пострадавшим палатки, предметы первой необходимости. Некоторые из тех, кто находится в нашем центре, лишились своих домов. Другие не могут вернуться в родные места, потому что там слишком опасно. Главное, что сегодня нам удалось доставить продовольствие. Его должно хватить на несколько недель, говорит сотрудник программы. Накануне в центре распределения гуманитарной помощи в деревне Абибарик прозвучали выстрелы. Силам правопорядка пришлось стрелять в воздух, чтобы предотвратить попытку штурма грузовиков с продовольствием.